Привет! Нахожусь снова в республике Мариэл. Встретился второй раз с Иваном. Охотник, блогер. С ним было первое видео на канале у меня. Это где-то в октябре месяце, да? Да. Мы снимали тогда охоту совместно. На утку мы охотились. На утку. Но мы хотели, по-моему, изначально рябчиков. Нет? Ну да. Вот. Кто не смотрел, можете посмотреть на его канале «Петрович на охоте» и не только, либо на моем. Простые разговоры. Так, Иван, куда мы едем? Какие планы сегодня? Ну, мы двигаемся по республике. Вот. Хотим просто прогуляться на лыжах, потому что кое-кто на охотничьих лыжах никогда не ходил. Кое-кто — это я. Охотничьи лыжи — это вот. Да, вот они сзади. Огромные. Я вообще на лыжах в последний раз не помню, когда стоял. Такие я вообще вижу в первый раз, если честно. Вот. И что мы будем смотреть? Ну, у нас погода сейчас не очень, поэтому шансов мало встретить зверя, но я думаю, мы поснимаем очень интересных животных, но это вы увидите в конце, если досмотрите этот ролик. Если вы видите этот ролик, значит, у нас все получилось. Погода такая, снег. Да, то идет, то и не идет. Погода чуть-чуть нас подвела, потому что и лыжи могут у нас не пойти. Потому что деревянные, плюсовая температура, идет свежий снег, мокрый. Вот так. Ну что, идем. Вышли в поле. Снег к лыжам не липнет. Хорошо. Идти далеко, долго. Вань, покажи, сколько снега. Вот, мы не проваливаемся. Вот. А вот мы проваливаемся. Вот столько нынче снега. В общем, на мне такой армейский бушлат, под ним свитер. Оделись тепло, идти далеко. Плюс рюкзак, там аппаратура. Оператора со мной нет. Остановились попить чай. Чай столик с шиповником. Удобно, столик. Раз, поставил. Зимой люблю. Ну все. Попили чай. Небольшая была остановка. Двинулись дальше. Погода ухудшается. Начался снег, но нужно дойти. Кто здесь, Вань, был? Вот это, кормится лось. Вот так он ломает все это. Вот он. Сейчас еще подойдем к соснам. Вот он, весь куст ломает. Короче, в общем, это все вот лоси ходят, да? Да, это питание их. Пропитание. Вот так он ломает все ветки, видишь? Все поломано. Сейчас к сосне подойдем. Там тоже. В зимнее время он переходит на сосну, вот, потому что она не кристаллизуется в сильные морозы. Вот он, где может достать, все обгладывает. Это лось. Да. Вот они, почти все осинки, они здесь. Молодняк весь поломан. Питается. Рацион у него такой. Зверь большой, много надо ему всего, чтобы пропитать себя. Свою массу. Мышечную массу, да? Да. Ладно, пойдем прогуляемся. Ну что, погнали дальше? Может, встретим кого. В общем, ходили-ходили, обнаружили лосиные следы. Вань, что скажешь, свежие, нет? Ну, учитывая, что ночью была метель, это были ночные наброды. Потому что на открытом месте их замело, а тут более-менее закрыто.
Они свежие. Сейчас мы постараемся найти их и заснять. В общем, вот лосиные следы. Попробуем их заснять, если найдем. Что, сколько было? Подожди, 4 штуки где-то примерно. Ты видел, что ли? Я нет. По лёжкам и по свежим следам. Вот. Ну, мы же на них не охотимся, у нас цель просто посмотреть на них. Да, в общем, у нас была цель такая, посмотреть, да, понаблюдать. Там свежие. В общем, мы с дрона заметили, так прям хорошо видно, 2 лося. Ну, там 4 был, я на дроне я заметил 3. Ты видел 4, да? Ну, по следам, если вот по переходам смотреть, 4 следа бегущих. Ага. Так, сейчас. Они вот здесь утром кормились, получается, и здесь же лежали прям в лёжке, там все. Они от нас были на дистанции 160 метров, да? Да, 160 метров. Ну, мы тут остановились, пока чай пили, пока дрон запускали. Вот, они нас прекрасно слышали, встали и уже этот были готовы и все, да? Да, стартануть, поэтому они так быстро ушли. Вот так вот. Ну, у нас цель была как бы посмотреть на них, заснять. Да. Вот. То есть никто не стреляет, сейчас не охотится, сейчас охотиться нельзя, да? Ну, на лесу только. Вот. Ну вот на крупных рогатых. Ты сейчас всех лосей распугаешь. Вот. Ну это на лесу мы будем манить обратно, когда домой уже пойдем. Вот, а на лосей не охотится сейчас уже все. До 31 декабря взрослый лось был закрыт. Ну что, все? Что там? Вон там еще нашли лёжку лосиную. Давай глянем. Что, тоже лось был? Идет, ляжет, полежит, отдохнет. Встанет дальше, пошел. Следы, да? Все утоптано. Да. Так. Он все поломал опять. Питался здесь осиной. У них сейчас осиной активно питаются. Больше-то жрать нечего в лесу. Вот такая была прогулка у нас. Сколько по времени это все заняло? 3 часа. Ну, это в одну сторону. 3 часа, да. Да. Нам сейчас еще двигать обратно. Вот, сейчас обратно. 3 километра, да, где-то там? Да. Вот, ну, вот самые интересные моменты такие постарались заснять. Прогулка удалась? Прогулка удалась, задача выполнена. Да. Лосей увидели. Не ради охоты. Вот, а ради интереса. Исключительно, если встретим хищника в лесу. Да, вдруг зима все-таки, лес. Мало ли что. Все, короче, прибыли. Да. Дошли до машины. Довольные. Дошли до машины. Ну как тебе первый опыт на лыжах? Нормально. Понравилось, все хорошо. Но обувь должна быть, конечно, соответствующая. Это да. Вот. Экипировка все-таки должна быть. Одну ногу натирает. Экипировка в нашем деле решает многое. Да, это я убедился. Когда ты начинаешь от термухи, верхний слой, все зависит от погоды, вот это все. Ну все, поехали домой.